Итак, Уфа. Номер там какой-то Continental Palace. Отличный отель, одним словом, по своим делам. Читаю, естественно, ваши сообщения. И вот насчет, немножечко поговорим насчет того, что я вам показал свой коктейль протеиновый, который я пью. Разные отзывы были, и я хочу со своего опыта за прожитые 65 лет рассказать свой опыт в применении биологически активных добавок. Начну с простого, с витаминов. Пил витамины разные, всякие, занимаясь спортом, я чего только там не попил. Разных этих витаминов, кроме окрашенной мочи в оранжевый цвет после этого, я никакого эффекта не ощущал. А вот есть такие витамины иностранные, Гинза Плюс. Они, конечно, дорогие, и там имеется корень женьшеня. Вот те я чувствовал, что они оказывают эффект. Но их особо нигде нет, трудно достать, и стоят они большие деньги. Про протеин. В свое время я пил и фирменный протеин, такой хороший запах у него был, и пил какой-то кормовой. Рассказываю про фирменный протеин. Толку особого я не почувствовал от него. Хотя его было приятно принимать, он такой был. Но особого толку, вот я не почувствовал, чтобы что-то тут росло или еще что-то было. Кормовой. Ребята из Новочеркасска сказали там, вот такой-то, такой-то есть кормовой, будешь есть. А он оказался где-то, они его из нефти приготавливали. Он какой-то сухой был. И надо было его разводить, а потом пить. Ну, короче, дрянь такая, не можно. Но, тем не менее, качки, юные качки, пили. И через примерно недели две я получаю сообщение о том, что с ним надо много принимать витамина А. А уже перед этим, знаете, вот интересно, кожа на руках начала слазить вот наподобие чулка. То есть от этой вот гадости, которую мы применяли. Срочно забросили, кожа вот так вот, знаете, чулком слезла. Это хорошо, что здесь с рук. По-моему, и с ног было. Дело было давно. Вот что касается протеина. И такого, и такого. Далее. Биологически активные добавки. Вот я, в этом деле экспериментировал, пробовал. И значит, вычитал. Маточкино молочко, значит, усиливает по всем параметрам наш организм. То есть человек восстанавливается, там лучше себя чувствует. И в таком духе. Я начал в аптеке покупать сухое маточкино молочко, которое называется Апилак. Вот я его пропил, и толком ничего я не почувствовал. Ну вот ничего, знаете, понимаешь, толку никакого. И я как-то об этом даже подзабыл. Но вот, в 2012 году, работая в Киеве на канале Интер, программа «Здоровенькие булы», туда принесли, мне в подарок, пасечник принес настоящее маточкино молочко, которое было в таких пенициллиновых флакончиках, хранилось в бутылке такой со льдом, обернуто было в пленку металлическую, ну вот, как шоколадки оборачивают, вот эту фольгу. И вот я его попробовал, жидкое, я и жена, у меня жена как такой этот, дополнительный эксперт. И что я вам должен сказать? Вот как только мы его стали пробовать, сразу же ощутился прилив сил, энергии, как у меня, так и у нее.
То есть это был явный прекрасный результат. Но где его взять, оно весьма, будем говорить, редкий продукт. Теперь я хочу вам сказать о применении Виардо. Виардо — это лекарство, ну, говорит, биологически активная добавка, сделанная из масла проростка пшеницы для увеличения потенции, содержит, это согласно вот этой вот аннотации, содержит массу витамина Е, который как раз действует на половую функцию как мужчины, так и женщины. Ну что, попил, и толку, ну, никакого не ощутил. Вот не ощутил, и все. Но когда я стал проращивать зерно, и вот буквально таки вот достаточно вот горсточки зерна в блендер, как я делаю, стаканчик кефира, чайная ложка меда для вкуса, ну, я сладкоежка, все это перемалывается, что я ощущаю? Уже на следующий день у меня возрастает потенция. Это сразу же чувствуется, каждый мужчина знает, когда у него избыток сил по утрам, он чувствует, что, мягко выражаясь, его парняга находится в приподнятом настроении. Далее, отдаленные результаты. Это лучше растут ногти, волосы. В данном случае те, которые имеются. Значит, волосы, ногти растут. Сам ты лучше себя чувствуешь. Работает кишечник. То есть, результат чувствуется не через сколько там, а он чувствуется вот буквально таки на следующий день. Сегодня принял, завтра ты это чувствуешь. Дольше применяешь, значит, ты чувствуешь, лучше идет восстановление, растут ногти. И теперь на основании вот этого всего, что я вам наговорил, я хочу подвести итог и сделать выводы. Вот смотрите, даже знаете, что я возьму в качестве примера? Был такой известный бодибилдер Рич Пиано. Он, с его слов, был более 20 лет на фарме. Объемы, конечно, у него сразу бросаются в глаза. И что он говорит? Он сам выпускает биологически активные добавки, там какие-то протеины и прочее. И он говорит: ребята, протеин там и добавки, да, это вроде как хорошо. Но основное, что делает, это ваше питание. Не забывайте о нем. Именно оно строит мышцы. А это так, какие-то добавки, вроде бы как, ты думаешь, они что-то там, особенно что касается протеина, увеличивают там рост мышц. Нет, на самом деле это делает обычное питание. Обычное питание. Ну, естественно, они там его едят побольше, разов там 6-8 в день. Ну, для того, чтобы там мясо было, соответственно, больше. То есть, если человек лежит перед вами, или находится перед вами, лучше так сказать, весит так килограмм примерно 130, и при этом одна мышечная масса, особой жира нету. Естественно, он там ест будет здоров. Для того, чтобы это искусственно поддерживать. Я же стараюсь, вот просто-напросто, как я сказал, у меня начал расти вес, естественно. И для того, чтобы его как-то направить в нужное русло, оккультурить, я еще стал дополнительно заниматься. Ну зачем она будет так как-то расплываться? Пускай там мышца работает. Дело хорошее. И вот для восстановления я как раз использую вот эту своего собственного приготовления протеиновую смесь. Теперь смотрите, что касается вот витаминов и протеинов. Разница, вот особенно я почувствовал между маточкиным молочком натуральным и то, что в аптеках Апилак. Разница колоссальная.
Так и здесь, что получается? Вот, допустим, протеин. Ага, неизвестно, откуда взяли этот белок. Неизвестно, сколько он там пролежал. Неизвестно, сколько он там хранился. И в итоге, вроде бы, там разные вкусы, мы получаем неизвестно что, вот там только что-то написано такое. И вдобавок, вот смотрите, любая компания в погоне за прибылью, естественно, будет, вот знаете, вот на всем экономить, чтобы снизить себестоимость продукта, выжить в конкуренции и получать прибыль. И чем больше компания, тем больше у нее аппетиты на прибыль, тем у нее лучше реклама. Но что касается продукта, самого продукта, неизвестно какого качества. И далее, вот смотрите, витамины, биологически активные добавки, да и тот же протеин, они должны быть активны. А если это активное, то оно имеет ферменты, которые имеют тенденцию быстро портиться, то есть сбраживаться там... То есть быстро реагирует. Поэтому все эти вещества в натуральном виде, либо они там быстренько у вас гниют, либо они там быстренько у вас какая-то реакция произойдет, вот, типа ферментизации. И все. То есть они не хранятся. Они буквально таки дня через два, через три уже испортятся за счет того, что их же ферменты вот это все сделают. Поэтому вам дается нечто консервированное, что должно сохраниться, но оно неактивное. А вы с помощью этого неактивного пытаетесь сделать активным свое тело. И в результате у вас особо ничего не получается. Получается просто самообман. Но зато, когда вот этот вот мой протеиновый коктейль, там находится фактор роста, то есть жизненная энергия, которая вот как раз в самом, знаете, начале, когда она наиболее сильна. Во время прорастания она самая мощная. Знаете, джух. То есть это, как бы сказать, начало взрыва, когда вот оно, давление такое. Если проросток вот такой, он уже выгоняет часть своей энергии в росток. Этот росток тоже будет полезен. Но что касается именно вот этой вот энергии, ее уже там такой не будет. То есть это очень важно понимать, что в проростке огромное количество вот этой самой активной энергии, жизненной энергии. А причем жизненная энергия растений, там, семян там, и других, она однотипна. Мы все с вами работаем на одной и той же жизненной энергии. Она универсальна. Вопрос, где ее взять? И вот из проросшего зерна ее взять легче всего и лучше всего, и как-то безопаснее со всех точек зрения и нравственности. То есть мы там кого-то не убим, не убиваем и не пользуемся там его энергией юного существа. А мы с вами берем вот это проросшее зерно. Далее, смотрите, я уже подчеркивал, но нифига не смотрят. Кстати, нифига надо убрать, она тоже отдаляет желаемого от нас. То есть у нас тогда нифига ничего не будет. Поэтому это слово старайтесь не говорить. Переиграем назад. Значит, ничего оно не дает. Во время прорастания зерна энергия, запасенная в химические связи крахмала, под действием ферментов, там огромное количество должно появиться ферментов, которые должны этот крахмал активировать и превратить совершенно в иное вещество. То есть огромное количество ферментов. Ферменты это активные
активные, будем говорить, части витаминов. Поэтому там вот в обычном зерне, в живом зерне, но не пророщем, значит, определенное количество этих витаминов. Во время прорастания количество витаминов может многократно увеличиваться. Я не могу сказать, потому что я не исследовал, во сколько раз там, в 5 раз, в 10 раз. Но я это чувствовал по результату на себе, что это работает. Эти витамины группы В, Е, А, С, которые, то есть они рабочие, они работают. И это главное. И, кстати, крахмал превращается под действием этих ферментов, биологически активных, натуральных веществ. Не те, которые нам там вот в банках там продают, они могут там годами лежать и говорят, о, это там активно. Это что же она активна, когда она это не портится? Значит, она не активна, значит, она инактивирована. А это сразу пшеничка испортится, если ее вовремя не съесть. Вот, значит, количество вот этих биологически активных веществ, натуральных, огромное количество. Они превращают крахмал в солодовый сахар. В результате вы употребляете из этого коктейля не крахмалистый продукт, а уже какой-то овощ, овощной. То есть, будем говорить, что тут зерно, к чему ее отнести, к зерновым? Но оно к растениям относится. Но это уже не крахмалистый, а это уже вот какая-то росток, вот такая, можно сказать, листовая субстанция. Это важно понимать. То есть процесс пищеварения у нас значительно облегчился. Нам не надо переваривать крахмал со стадии крахмала до стадии там сахара. Все уже там ферменты сделали, когда мы едим зерно, если так попробовать его на вкус, оно сладенькое. Там образовался солодовый сахар, тоже естественный, не искусственный, а естественный. Плюс оболочка, микроэлементы, целлюлоза там, то, что нам надо, клетчатка, чтобы все это работало. Это все идет в комплексе, нужным для правильной работы нашего организма. Это очень важно понимать. Потому что вот эти все продукты, когда там зерно сделают очищенным, это уже неправильный продукт. Это не комплексный. Для его усвоения потребуется откуда-то взять эти минеральные вещества, откуда-то взять витамины, чтобы все это стало как-то активным. То есть вот мы крахмал забросили, его надо расщеплять. И это все совершается под действием уже наших собственных ферментов, которые должны вот из организма выделиться на это дело. И другое дело пророщее зерно со всеми этими ферментами. И тут происходит взаимное усиление. А там наоборот, это усиление нету, а есть, будем говорить, отъем своих собственных ферментов, своих собственных биологически активных веществ внутри нас. Что там еще? Значит, само зерно, оно, конечно, имеет свою пищевую ценность, но как такового там белка мало. Но зато очень много, как я сказал, вот этих всех биологически активных веществ, особенно группы В, это целая группа должна быть в комплексе, которые работают по нашему обмену веществ в организме. Там ее огромное количество. Клетчатка. Смотрите, сахара я добавляю в виде меда. Немножко меда для вкуса. Кисломолочная – это просто та связка, в которой все это находится. Там тоже мало белка. Но когда я туда добавил творога, а там уже белка побольше. И в зависимости от того, сколько я его добавлю, там, 50 грамм, 100 грамм или 150, просто чтобы удобно это было есть, это уже получается более белковый продукт, который как раз способствует тому, что организм после физической нагрузки хорошо восстанавливается
И для того, чтобы усвоился белок, нужна куча различных биологически активных веществ, которые находятся в проросшем зерне, которые вот это все и начинают делать с нашим организмом. То есть процесс восстановления идет намного быстрее. Ну и наращивание там мышечной массы. Особенно при натуральном тренинге, когда мы не используем какие-то там гормональные стимуляторы. Идет прекрасно. Естественно. Ничего не требуется. И там для сердца хорошо, и для кишечника, и для костей, и там для печени, ну для всего. Если же мы с вами, ну о том, что мы можем там добавить, допустим, клюкву, о том, что мы можем с вами добавить там банан, о том, что мы можем с вами добавить петрушку, ну и прочее-прочее, что там у нас под рукой есть, это оттеняет вкусы различные, создает гамму целых вкусов. Но если мы с вами в классику проросшее зерно, горсточка, чайная ложка меда, стакан кефира, добавляем 2, 3, 4 сырых яйца, разбиваем и добавляем, и все это перемешалось, и мы выпиваем вот эту протеиновую смесь. Об этом я упоминал. Вот это уже начинает действовать действительно как протеиновая добавка. Протеин из чего делать? Вот самый качественный эталонный протеин вырабатывают из яичного белка. Потому что вот в яйце есть все для того, чтобы образовался цыпленок. То есть цыпленок рождается из яйца. В нем уже есть кости. В нем уже есть мышцы, в нем есть уже оперение, и в нем есть разные внутренние органы. То есть все, он полноценный. Белки мяса не так полноценны. Белки там молочные, особенно если мы берем творог, тоже не так полноценные против этого. И в итоге я вам порекомендовал вот продукт протеиновый, который можно использовать, добавляя там немножко этого творожка, в повседневном питании, как завтрак для всех членов семьи. Чтобы и детки росли, и вы прекрасно себя чувствовали, и, как бы сказать, и хотели, и моглось. Если же человек действительно там качается, трудится, ему тогда вместо творога можно использовать яйца, сырые яйца туда. Можно использовать и вареные яйца, побросать все там, перемериться. Просто сырой белок, я думаю, что будет лучше усваиваться. Потому что в сыром яйце все эти вот связи, они естественные. А когда яйцо сваривается, то белки сворачиваются под действием температуры. Опа, свернулись. И для того, чтобы их усвоить в вареное яйцо, надо эти белки жить, опять развернуть. А для этого организм должен затратить свою собственную энергию. То есть я аргументирую все то, что я вам рассказываю и показываю. А в сыром же, это все там есть, даже свои ферменты. Яйца сырые что делают? Портятся со временем, их надо правильно хранить, то есть там уже есть ферменты. Плюс еще вот эти ферменты, которые дополнительно в проросшем зерне, все это делает такую мощную ферментативную смесь. Просто вот спортсменам, тем, которые интенсивно занимаются, молодые люди хотят, вот это там еще там надо. Они хотят блеснуть там массой или еще чем-то. Пожилому человеку излишек белка, ну, это нагрузка вообще на организм. Надо понимать, что чем больше пищи человек пропускает через себя, через свою систему, тем, значит, он больше энергии затрачивает. То есть идет износ организма. Это важно понимать, что пища не просто так прошла. И при этом даже, можно так сказать, любая пища,
Ее должно быть достаточно, но не чрезмерно. Чрезмерно заставляет усиленно работать наш организм. По всем параметрам, и как по жеванию, и как по пищеварению, и по выведению. То есть это нагрузка. Поэтому пожилому человеку, ну такому как мне, вот этого достаточно, что я там, позанимался так более-менее интенсивно для своего возраста. И скушал так, я чувствую, что вот это вот нормально. Спортсмен уже, который тут вылупил глаза, тренируется на результат, там, на массу, ему, конечно, надо побольше. Но все это решаемо естественными методами. И я вам рассказал преимущества того, что вы делаете, глядя, как у вас проросло зерно от покупки свежих продуктов, все, что это вы делаете своими руками, с любовью. Все это действует намного лучше, нежели непонятно, какой продукт купленный, вроде бы он, в красивой упаковке, вроде бы там все расписано, вроде бы, и вроде бы он так должен действовать, а когда вы его принимаете, дуля с маком. Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Как раз вот в Уфе. Завтра в 3 часа ночи я встаю в аэропорт и улетаю. Уфа, Москва, Москва, Ростов. Ростов-Каменск на машине уже меня заберут. Вот такие вот перелеты и поездочки. Вот этим я хотел с вами поделиться. Теми наработками, которые я реально проверил на себе и убедился в их эффективности. И привел вам по ходу нашей беседы различные примеры, что как действует. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!